Молодежь – это очень важная составляющая общества. Молодежь – это носит в себе огромный потенциал. Нужно привлекать молодежь в диалог между госорганами и гражданским обществом. И поэтому очень важно их привлекать в интересные проекты. И я очень рада, что за эти два очень насыщенных дня придумали очередные крутые новые мероприятия, которые можем реализовать и мы. Также было интересно поработать над созданием идей для нового лагеря. It's really important. There's a group, a committed and energetic group here for the last couple of days, following up on what they learned, what they taught themselves, let's say, a few months ago, and finessing that knowledge and being ready to become the leaders in the fight against modern-day slavery and human trafficking and related issues in Belarus.